С 15 июля начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать образование. На данный момент документы подали более 10 тысяч родителей, и всего выплату одобрили почти на 13 600 детей. Все пособия начнут перечислять 16 августа. Напомним, что заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября этого года. Также с 1 июля идет прием заявлений на ежемесячное пособие от малообеспеченных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, единственных родителей и родителей, получающих по суду на ребенка алименты.